Друзья, всем привет, с вами зомби, звук, надеюсь, потише сделаю. Сегодня я уже хочу до конца пройти пасхальные задания, мне осталось собрать 5 яиц, я сомневаюсь, что мне этой энергии хватит, маленькая пасхалочка, но постараюсь прям пройти это полностью. Так, нашел, осталось еще 4. Если они будут так жестко все спрятаны, то мне нужно будет очень много энергии. Со времен прохождения видео я потратил еще около 2000, может даже больше энергии. То есть видите, как все это спрятано хорошо. Еле добраться можно к этому всему. Так, вот. А мне сколько нужно? Мне только один чайник нужен. Или два. Два нужно. Но это печалька. Ну, есть плюс, нашел сразу розочку для торговца. Это очень хороший плюсик. Я ему сейчас отдам одну. Последние две штуки здесь находятся. Позже я динамитом это разнесу, заберу. Так, покрасить декоративные гнезда. А вот здесь у меня начинает появляться проблема. Потому что, чтобы покрасить гнезда, нужно 15 энергии, но проблема в чем? Мне их нужно еще найти. То есть, грубо говоря, по факту, после прохождения временной локации, я потратил еще 3000 энергии, чтобы выполнить все эти задания. И мне осталось выполнить последнее, за которое мне дадут главную награду «Зайчики на качелях». Главная награда локации. Буду угощать вас праздничными яйцами. Но яйца будут, скорее всего, нам приносить энергию, поэтому немножко мы все-таки вернем. Насколько немножко, я пока не знаю. Если у вас возникают какие-то трудности с поиском тех или иных предметов, нажимайте на значок. Вам показывает конкретное место, где они находятся. В общем, иду собирать энергию, как соберу, немного продолжу и узнаем, что же все-таки это за декорация, что на нее потребовалось так много энергии. Сейчас посмотрим. Ну, погнали. Попытка номер 2. Надеюсь, все-таки 250 энергии мне хватит, но... Ой-ой-ой-ой-ой, вот это что-то будет сложное. Как мне добраться до места назначения? Я не знаю. Так, здесь можно вырубить. Там есть еще яйцо какое-то. Может, мы его откроем, что-то дадут. Кстати, я сюда не заходил. Но чтобы мне туда пробраться, мне лучше всего вырубить вот эту руду. Потому что у меня есть и задание, и проще, чем вырубать, все остальное будет. Тем более у меня открылась еще морковка, которую я могу вырубить и воссоздать себе еще немножко энергии. Сколько получается? О. 50 энергии я получаю плюсом, окей. Так, здесь у меня еще тележка дает энергию. Что-то так глазом прикинуть, может быть еще какие-то постройки дадут энергию. Тележки, 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 тележки. Ну, в общем, я не вижу. Давайте посмотрим последнее гнездо, где находится. Чтобы к нему добраться, мне достаточно вырубить... два, получается, не знаю, что это, бревна. Просто лежачие. Срезанные бревна, просто разбираем. В общем, финал. Финал. Открываем. Проверяем. Ждем. Так, я себе на память скриншотик сделаю, чтобы вам более подробно показать. Так. Ну, в общем, мы выполнили все задания. Нам дали качели. Мы получили награду. Зайки на качелях нас будут угощать яйцами. Скорее всего, это будет энергия какая-то или что-то подобное. Сейчас посмотрим. Вот у нас сама декорация.
зайдем на домашнюю станцию. Скорее всего, я думаю, что это будет энергия. К сожалению, я сейчас ничего не могу сказать. Завтра уже разберусь и напишу вам в комментариях, что они будут давать. По идее, яйца нам давали энергию, поэтому эти зайки нам тоже будут давать энергию. Нужно просто подождать время и... Секвойя, кстати, вырубил. Но это плюсик. Так, да, смотрите. Они будут нам давать каждых 2 часа по 15 энергии 20 раз. То есть, по идее, 150-600 энергии мы получим. 600 энергии заек плюс... вот здесь я не помню, сколько здесь энергии на самом деле. О, подождите, каких 600? Тут 300 энергии. 300 энергии заек, а здесь 625, по-моему, было. Плюс-минус. Ну, в общем, 1000 энергии... мы возвращаем. Декорация прям прикольная. Я надеялся на то, что зайчик у нас будет еще качаться, но это, к сожалению, не анимация. Но здесь у нас... А, это здесь, да? Да, смотрите, у нас тут птичка летает. Прикольно, она летает, возвращается и опять сюда садится. Это прикольно. В общем, такая вот декорация, такая вот постройка, 600 плюс энергии, я думаю, определенно стоит получить, потому что декорации, эта декорация и остальные очень прикольные. Впервые я могу сказать, что мне понравились все декорации, абсолютно все. То есть раньше такого не было, но сейчас почему-то мне нравится все. Обновление реально крутое. Если вы собирали на что-то свою энергию, ее лучше всего потратить именно здесь. Смотрите прошлое видео с прохождением, сверяйтесь, думайте, хватит ли вам энергии все пройти или не хватит, стоит ли вам это проходить или нет. В общем, как всегда, решать вам. Спасибо вам всем за просмотр. Всем удачи.